на конкурс «Дети читают стихи». Я Карстен Надя, мне 13 лет, учусь в школе номер 1 Акбулакского района Оренбургской области. Стихотворение Мусы Джалиля «Варвары». Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили, а сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ. И на полях, одетые мглою, и тучи опустились над землей, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда, вовеки. Я видел, плакали, как дети, реки, и в ярости рыдала мать земля. Своими видел я глазами, как солнце, скорбное, омытое слезами, сквозь тучи вышло на поля. В последний раз детей поцеловала, в последний раз шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел, гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрел раздался резкий звук.